интеллектуальное препятствие, оно всегда основано на личностных внутренних характеристиках. Я такая, я такой, я вот то, я сё. Это придуманная форма, крайняя противоположность от того, что мы видели физическими глазами. Понимаете, о чем разговор веду? Следующее. Догмы – это то, с чем вы выходите из дома. Мама сказала. Мужики все сволочи. Одела на меня очки. Или женщины все хотят денег. Самое популярное за 15 лет последних материнские эти, как это, напутствия в жизнь детей своих. И встречаются вот таких два товарища с улыбкой на лице. И как-то пытаются, ну вот я всегда, у меня такое, два костыля. И пытаются доказать не себе, вернее, не другому, а себе, что типа я могу по-другому. Нет. Но включается при напряжении, при новых условиях всегда вот эта история. Это как предохранительная часть. Вот мы ходим тихонечко. Женщина обычно жертвует или становится в позу, рассказывает, какая я. А потом ее ловят, что она не такая. И мужчина считает, что она его обманула. Или наоборот, мужчина представляется, говорит, да я вот такой, такой, такой. Она говорит, ну-ка поглядим. И вот их он. И она выходит, ну точно мама говорила. Че тут? Все верно. Догма – это то, что вы взяли из своего дома. Это то, что вам внушили без вашей воли, повторяя 1001 раз, и вы ни разу, живя столько после этого, не усомнились, так.